Так, уже утро. О, уже утро. Так, ребятки, всем хай, Пандора на связи, и вы, как всегда, на моем канале. Я вот только что, посмотрите, проснулась, у нас в Брукхэвен РП утро. Вот, смотрите, 6 утра, нужно, наверное, будет потихонечку сейчас будить Еву. Ну, знаете, почему же, мы раньше вчера легли спать, поэтому я думаю, очень даже хорошо вставать пораньше, а не вот это вот, знаете, до 2 часов дня валяться в кровати. Это, если честно, такое, это непорядок, и мне такое вообще не нравится. Так, все, Ева, давай, доброе утро, просыпайся. Как говорится, кто раньше встает, тому Бог дает. Поэтому давай, доброе утро, вставай. Сейчас пойдем на завтрак, пойдем покушаем. Оливер до сих пор, ребятки, если что, в командировке. Поэтому, так, на минуточку вам скажу. Вот, все, иди, пожалуйста, умывайся, там, чисть зубы, приводи себя в порядок, расчеши волосы обязательно. Вот, давайте, я сейчас спущусь, тоже буду готовить завтрак, потом приведу себя в порядок. Давайте, давайте, сейчас что мы будем готовить, ребят, что мне приходится? Готовить Еве. Наверное, давайте я ей положу какие-то чебуреки. Давайте так, она пошла умываться, чистить зубы, приводить себя в порядок. Я ей, ну, блины мы вчера ели, поэтому блины я не хочу ей давать, и, в принципе, я их кушать не хочу. Давай, я дам тебе чебуреки. Я кушать утром не хочу, я просто, наверное, выпью кофе, и я думаю, на этом будет достаточно. Так, что ж, давайте я возьму сейчас кофе. Так, где оно? Вот оно, смотрите. Все, ребятки, кто сейчас тоже кушает, при этом вам аппетита желаем, а также хорошего настроения на весь день. И, кстати, напишите в комментариях, что вы сейчас кушаете и что вы обычно любите кушать на завтрак, также на обед, также на ужин. Поэтому все-все-все пишите, мне очень интересно почитать. Ева, там кто-то, подожди, в дверь звенит, в звоночек. Можешь, пожалуйста, пойти открыть? Ладно, давайте я тоже пойду посмотрю, кто там. Потому что прям уж, знаете, очень интересно. Так, давайте, давайте, кто-то. Там кто там, не видно, не видно. В смысле? Бабка? Что? Что бабка? Ребята, бабка приехала, я в шоке. Как? Вот это вот, конечно, неожиданный сюрприз. Если что, у Оливера нету. О, конечно, я в шоке, ребят. Ужас, ужас. Так, ладно, хорошо, хорошо. Встречаем нашу гостью. Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас очень рады видеть. Добро пожаловать к нам домой. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте проходить, не будем же стоять здесь в коридоре. Пошлите, я вас накормлю. А также мы сейчас, смотрите, как раз завтракали. Это кто за девочка? Это моя дочка Ева. А, вы же еще не знакомы, ребята, точно. Они же еще не знакомы. Уже бабка, наверное, со всеми перезнакомилась, кроме Евы. Это моя приемная дочка Ева. Давайте сейчас бабке это все сейчас скажем, потому что она еще, походу, не в курсе. Она, видимо, не смотрит все мои видосики, да? Бабка, но-но-но-но-но, нужно обязательно все смотреть. Кто, кстати, не знает, на моем канале есть целый плейлист про дочку Еву от первой серии, откуда она у меня появилась и так далее. Поэтому обязательно смотрите, там очень круто и очень интересненько. Она приемная, так, поэтому вот, знакомьтесь, это Ева, это бабушка Ева твоего папы, Оливера, поэтому да. И, кстати, ты вообще-то не Эва, а Ева, алло, ничего страшного, да, так Ева написала неправильно свое имя, просто ужас, как она учится в школе, ребят, я не знаю. Ну, хотя, можно, в принципе, догадаться, как она учится в школе, судя по предыдущим видосам, то как-то вот такие вот дела. Смотри, это бабушка Оливера, поэтому вот, знакомьтесь там. Давайте, я предлагаю сейчас продолжить наш завтрак. Как раз вы, смотрите, к нам раненько так приехали, поэтому вот. Кстати, Оливер, если что, в командировке, если вы не знаете, ну, хотя я не думаю, что вы не знаете, я думаю, вы знаете. Он до сих пор еще в командировке, скоро уже должен, кстати, приехать, поэтому вот пока что я с Евой дома одна. Вот, поэтому давайте, пошлите, пошлите, давайте, я сейчас опять наложу на завтрак, потому что уже, смотрите, все попропадало, да и, в принципе, у нас тут гость такой вот, да, важный, приехал, поэтому сейчас нужно обязательно будет опять по второму кругу накрыть стол. Так, что мы, ребят, положим бабушке Оливера на стол? Давайте-ка подумаем вместе с вами, что мы можем положить, что мы можем положить, ну, пиццу как-то не очень, потому что она у нас такая элитная, да, никакой пиццы. Я ей положу или же стейк, или же вот такую вот курицу, да, с салатом, я думаю, в принципе, хорошо будет. Отлично, также положу хот-доги, ну, мало ли кто-то захочет, например, я там знаю, ну, поэтому пускай будут. А также, скорее всего, я поставлю, я так думаю, набор со Старбакса, потому что там есть и десертики, там печеньки, а также там есть разные напитки, кофе, лимонады, коктейли, в общем, как раз, в принципе, он очень подходит, этот набор со Starbucks, к завтраку, поэтому в принципе, я думаю, смотрите, стол на завтрак готов, я всего лишь попью кофе, и я думаю, мне будет вполне достаточно.
Ева, а ну-ка быстренько положи. Ты что делаешь? Зачем ты в бабушку с лука стреляешь? Ты что? Зачем ты это делаешь? Ева, положи, пожалуйста. Это вообще не шуточки. А, да, это вы не знаете еще, какая она балованная. Вы еще не смотрели все наши предыдущие видосики в плейлисте «Вредная дочка Ева», поэтому вы еще не знаете, кто такая Ева. Она реально очень-очень вредный ребенок, поэтому я не знаю, как с ней справляться. Если честно, мы с Оливером с ней справиться особо не можем. Нам там под предыдущим видео подписчики накидали ей всяких наказаний, там, если она себя очень плохо ведет, то там для нее наказания накидали. Я надеюсь, под этим видосиком подписчики так же само напишут какие-то классные наказания для Евы, которые, может быть, помогут ее перевоспитать, потому что мы просто уже не знаем, как с ней справляться. Угомонись, пожалуйста, это сегодня наш гость, это бабушка Оливера, и как бы даже если бы она не была гостем, это не означает, что лучшее решение стрелять в нее из лука. Ну, серьезно, это просто какой-то трэш. Пожалуйста, веди себя прилично, это наш гость, поэтому, ну, дай, пожалуйста, спокойствие и уравновешенность, как говорится. Да, конечно, не знаем, как мы будем ее перевоспитывать, вот, но надеюсь, как-то все-таки перевоспитаем ее, чтобы она была хорошенькой, а не вот это вот, знаете, чудиком-юдиком. Поэтому вот, да, вот такие вот дела. Так, они пошли, получается, смотрите, к бассейну, пускай там позагорают сейчас, попозже я туда пойду. Наверное, сейчас поработаю немного за компьютером. Так, подождите, где бы мне усесться? Что-то я не могу себе местечко найти, посмотрите, там они что-то бегают, что-то происходит. Так, ладно, давайте пойду, наверное, к бассейну, тоже позагораю, почему бы и нет. Смотрите, какая прекрасная погодка. Я не знаю, ребят, какая у вас сейчас погодка, но у нас сейчас реально просто очень классная погода, поэтому вы напишите в комментариях, какая у вас погодка, дождь или же классная такая солнечная погодочка. Так, Ева, пожалуйста, ну ты можешь себя нормально вести? Ну так нельзя, нельзя бабушку скидывать в бассейн, ты что, она же теперь мокрая. Ну Ева, ну кто так делает вообще? Просто, ребят, ужас какой-то. Фух, так, спокойствие, спокойствие. Где бы поставить мне лежаки, чтобы позагорать? Так, нужно же им поставить, нужно будет поставить 3 лежака. Так, давайте вот тут вот все-таки поставлю. Тут, как по мне, более солнечная сторона. Хотя тут, в принципе, везде солнце. Но давайте как-то вот здесь вот сейчас поставим. Вы мне скажите, так, вот тут вот они находятся. Так, отличненько. И давайте вот так вот их ставим. Как раз, смотрите, получилось, что они относительно по кругу стоят. Очень даже красивенько. Вот, поэтому отличненько. Еще, конечно, знаете, тут какой-то мини-столик поставить. Но их нету, поэтому как-то, к сожалению, не получится у нас это сделать. Ладно, потом, если что, поставлю здесь телевизор, поставлю PlayStation 5 и будем рубиться в PlayStation. Вот, очень классная затея, ребятки, загорать и играть в PlayStation. Я считаю, просто лучше ничего нету. Ева, смотри, я тебе тут поставила песочницу, если что, можешь поиграться. Только потом обязательно за собой поубирать, потому что ты постоянно после себя оставляешь кучу хлама, а потом нам нужно все это убирать. Потом я вызываю клининг, уборщицу, и просто они не могут справиться с тобой, потому что ты так нахламила, это просто ужас в прошлый раз. Все, так, смотрите, куда-то они там пошли. Ладно, давайте мы пока что поотдыхаем. Что мы можем еще поставить? Может поставить вообще рояль сюда? Ладно, нет, рояль я ставить сюда не буду. Все-таки давайте сейчас обустроим себе классное место для отдыха. Давайте сейчас здесь поставим телевизор, также поставим PlayStation и будем просто, ребятки, чилить. Потом я все-таки схожу, посмотрю, что там делает бабка с Евой. Давайте, в принципе, может сейчас сходим, посмотрим, что там вообще происходит. Так, ну вроде, ребят, криков я в доме никаких не слышу. Так, в чате пока ничего они не пишут. Так, ну ладно, давайте сходим все-таки проверим. Так, давайте, так, что тут происходит? Я не поняла, они читают? Что? Я в шоке немного, просто у меня сейчас глаза повыпадают. Посмотрите просто посмотрите, Ева учится, вы можете себе это вообще представить? Мы читаем, да я вижу, что вы читаете. И у меня просто небольшой шок, Ева просто двоечница, так скажем, вот, и она постоянно получает двойки, с ней справиться просто нереально, мы уже какие не хотите методы принимали, вот, и, собственно говоря, ничего не помогает, репетиторы тоже не помогают, в общем, я не знаю, как справляться с этой Евой, может, ее вообще в детдом, ребятки, сдать. Многие из вас пишут, чтобы мы ее наконец-таки сдали в детдом, но все-таки, ребят, как-то к ней уже привыкли, как-то немного жалко, поэтому даже не знаю, вот такие вот пока что делишки, в общем, но я немного в шоке, конечно, что она учила уроки, учит до сих пор, да, с бабкой. Просто, ребята, они что, реально нашли общий язык?
просто я в шоке. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут по телевизору. О, сюда пришли уже, капец. Вот это они быстрые, конечно, читуны у нас. Так, Ева, куда ты в платье упала в бассейн? Так, смотрите, какая она наряженная. Смотрите, вообще просто красотка. Прям модель, Ева, прямо модель. Слушайте, как-то уже дома, как по мне, особо нечего делать, нечем заняться, поэтому я предлагаю, может, в торговый центр поехать, там, ну, я не знаю, чем-то развлечься, сходить в кино, может быть, сходить еще куда-то, в какую-то кафешку потом сходить. В общем, уже потом как-то на месте решим, может, поедем вообще за одеждой, там, себе новые прикупим. Хочу сделать Еве подарки. Ну, в принципе, давайте поедем в торговый центр, и там уже, в принципе-то, решим потом, куда оттуда мы будем ехать. В общем, давайте поедем пока что в торговый центр, а потом уже дальше решится. Уже потом по дороге решим, если что. Все, давайте, пошли. Если она не будет баловаться, то надеемся, что Ева наконец-то научит себя нормально вести, вот, и будет себя адекватно вести, как вполне себе нормальный и адекватный человек. Все, давайте, спускаемся в гараж, и сейчас, так, на какой машине мы поедем? Давайте поедем на вот этой, потому что она большая, комфортная. Давайте, садитесь. Бабка, садитесь впереди. Так, все, Ева, давай сзади там пристегнитесь, обязательно пристегнитесь, потому что безопасность — это очень-очень важно. Давайте, все, выезжаем. Давайте, нужно обязательно закрыть гараж, потому что мне иногда подписчики пишут, что я забываю его закрывать. Все, ребятки, смотрите, закрыла. Отличненько. Уже, кстати, смотрите, 5 вечера, почти 5:30. И, в принципе-то, то, я думаю, мы должны справиться до 11 вечера. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Хотелось бы, конечно, не позже 12 ночи лечь спать. Ну, уже дальше посмотрим, как будет. Давайте, смотрите, мы уже подъехали к торговому центру. Давайте сейчас здесь швартуемся. Давайте паркуемся вот так вот. Конечно, не особо ровненько, но ничего страшного. Относительно по линии, поэтому отлично. Так, ну что ж, смотрите, предлагаю сразу в кино или куда-то сходим, может быть, давайте в Happy Burger или куда мы сходим, давайте, или потом уже сходим. Ну, давайте, в общем, предлагайте, что вы хотите. Ева, хочешь есть или не хочешь? Потому что, смотри, уже вечер, а мы не обедали, как бы, и я не знаю, хочешь ты кушать или нет. Поэтому давайте, говорите, куда мы пойдем. Пойдем в пиццерию или же в бургерную, поэтому давайте, предлагайте свои варианты. Если что, поедем в мой ресторан, который мне Оливер подарил, не помню. Не помню, ребят, на что мне дарил Оливер ресторан. В общем, напишите в комментариях. Но на какой-то праздник мне он подарил ресторан. Поэтому можем, если что, в наш ресторан поехать, если хотите. Ну все, давайте тогда в кинотеатр сначала, а потом уже дальше само все решится. Все, давайте, пошлите, я все уже оплатила, поэтому погнали. Надеюсь, фильм какой-то будет классный. Вы, кстати, ребятки, напишите в комментариях какие-то классные фильмы или сериалы, которые вы любите смотреть. Потому что я, например, я не знаю в основном, что посмотреть, потому что, знаете, очень тяжело выбрать какой-то классный фильм или же сериал. В общем, поэтому напишите в комментариях какие-то классные фильмы или сериальчики. Мне будет очень-очень приятно, и я вас очень поблагодарю за это. В общем, давайте, мы сейчас будем смотреть фильм, и после фильма мы с вами обязательно свяжемся. Ну что ж, ребятки, фильм уже закончился, поэтому мы сейчас будем выходить из кинотеатра. Все, давай, Ева, вставай, пошлите. Куда мы сейчас поедем, давайте, будете предлагать. Вот, может, куда-то поедем покушать, я уже не знаю, потому что уже, смотрите, уже довольно-таки поздно, и пора уже ужинать. Вот, поэтому вот такие вот делишки. Давайте, куда мы теперь будем ехать? Предлагайте свои варианты, потому что я, если честно, не знаю, мне как бы, по сути, все равно. В технику? Ну, ладно, хорошо. А что там делать мы будем? Ладно, хорошо, ребятки, сейчас поедем в магазин техники. В общем, я не знаю, что там бабка собралась делать. Подождите, может, она Еве купит iPad или iPhone? Вот это, конечно, я буду немного в шоке. Мне кажется, Еве немного рановато. Ну, ладно, у Евы 13-й iPhone, и я думаю, в принципе, ей на свой возраст, на 8 лет, этого вполне достаточно. Я не знаю, что бабка хочет ей купить, может быть, MacBook или iMac вообще, но это будет вообще прямо круто. Хотя мы Еве на день рождения MacBook дарили, поэтому я думаю, вполне этого ей должно хватать. Что бабка собралась Еве покупать, я не знаю. В общем, давайте, пошлите, посмотрим. Мне прямо интересно. Пишите свои ставочки в комментариях, прямо очень интересно. Ладно, давайте, пошлите. Здравствуйте. Так, мы сейчас будем что-то выбирать. Если что, не знаю, тут вот бабушка всеми будет командовать. Нам нужен... Подождите, не видно, что она написала?
Или же телефон она написала, скорее всего, да? Здрасте, Ева, пожалуйста, разговаривай не нормально, а не здрасте. А здравствуйте нужно говорить, а не здрасте. Шо здрасте? Здрасте, забор покрасьте. Здравствуйте, правильно говорить. Так, а что тут вы будете? Хороший айфон. Она Еве айфон собралась покупать. Что? Что? Не, ну капец, капец. Мне кажется, Еве вполне хватает 13-го айфона. У Евы обычный 13-й айфон. Не про, не про Макс, а обычный 13-й. Что, вы хотите Еве 15-й про Макс покупать, как у меня и как у Оливера? Ну ладно, хорошо. Будет семейство у нас с одинаковыми телефонами. Хорошо, хорошо. Да, смотрите, Ева все-таки выбирает 15-й Pro Max. Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, все, давайте тогда оплачивайте. Оплачивайте и все. Пошлите. Класс, ребят, у Евы теперь есть новенький 15-й айфончик. Просто зацените. Да, конечно, если честно, я немного в шоке. Теперь Ева у нас прям такая крутыха. Прямо крутышка такая. Прям вообще девочка такая. В школе будет прям вообще просто. Я не знаю, все одноклассники тебе обзавидуются просто. Я тебе завидую, Ева. У меня в твоем возрасте такого ничего не было. Поэтому радуйся и скажи обязательно бабушке Оливера огромное спасибо, потому что она реально сделала очень классный тебе подарок. Бабка, ну скажите, а не сильно дорого вы для Евы так потратились? Не сильно дорогой, конечно, телефон. Не потеряет ли она его вообще в школе? Потому что она такая у нас рассеянная девочка. Поэтому я не знаю, как-то сильно дорого, как по мне. Нет, это мои внучки. А, ну, понятно, понятно. Для внучки, как говорится, ничего не жалко, да? Ну, ладно, хорошо, давайте тогда мы уже подъезжаем домой. Уже, как-то, знаете, немного устали за весь день. Вот, конечно, без Оливера немного скучно, но ничего страшного, он уже скоро приедет. Да-да, Ева, ты радуйся, конечно, только сейчас сказала бабке спасибо. Она тебе вообще-то телефон купила еще час назад, поэтому нужно было как бы сразу в магазине еще там ее обнимать, целовать, радоваться и так далее. Ты только в машине проснулась. Ну, видимо, доходит только до нее, что ей купили такой дорогой подарок. Дошло, как говорится, как до жирафа. Все, давайте, пошлите. Я предлагаю уже ложиться спать, уже кушать как-то, знаете, наверное, не будем. Мы, если что, потом уже утром наедимся. Вот. И уже как-то, знаете, на ночь не особо хочется поправляться, поэтому давайте. Я предлагаю все по норам. Ложитесь спать. Ева, давай, иди ты в свою комнату. Я сейчас бабке покажу ее комнату. Но она обычно в одной и той же комнате спит. Поэтому, в общем, сейчас покажем бабке ее комнату. И я сама, в принципе-то, пойду спать, потому что мы реально очень устали за весь день. И в кинотеатре были, и просто катались. Знаете, я уже в машине устала сидеть. Потом мы покупали телефон. Потом мы просто еще возле бассейна там тусили. Я готовила завтрак. Короче, мы просто очень устали за весь день. Поэтому давайте, ваша комната на втором этаже. Давайте, пошлите, пошлите, давайте я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, ваша комната, все как обычно. У вас есть собственная терраса, вот, и комната Евы рядом, если что. Вот такие вот, ребятки, делишки. Если вы еще не поставили лайкосик на этот видосик, обязательно ставьте. Вы почему еще не поставили? Вы чего? Давайте, я сейчас захожу в свою комнату, включу обязательно каминчик. Ребят, если честно, конечно, я немного в шоке, что бабка справилась с вредной дочкой Евой. Просто никто еще, как по мне, не справлялся. Мы с Оливером вообще не можем с ней справиться. А бабка вот так вот быстро и легко и просто нашла с ней общий язык. Это, конечно, знаете, очень интересно. Поэтому вот такие вот, конечно, дела. Все, включила каминчик и сейчас уже наконец-то ложусь спать. Вот, потому что очень устали. Давайте закрываем шторы. И, в общем-то, ребятки, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.